Сижу, любуюсь на закат, только собралась поесть, смотрю, какой-то камень, вроде не было его. Пригляделась. А вон, здрасте, пожалуйста. Мишка. Ветер не совсем оттуда, но оттуда больше. Он меня не чует. Пасется тут поблизости. Ну, будет подходить, я угону. Чтобы он знал, что здесь место занято. Ну да, сюда идет. По ветру. Ладно, у меня даже костер горит. Интересно. А где он заметит? Блин, а туда ему крутой берег-то бегать. Ну ладно. Да, тут рыба валяется. Камера плохо фокусирует. Да, ветер совсем не в ту сторону. Я тоже голодный уже. Жалко его пугать, но придется, видно. Уже близко. Эй, медведь! А, о, бок пошел. Может, пока не надо. Может, сам идет. Угу. Ну вот он, насколько от меня. Ну, еще далеко. Вот так вот. Далеко еще. Ну ладно, пойду-ка я встану. Меня, может, увидит. Эй, медведь! Место занято! Люди! Не слышит. Эй, медведь! 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 Место занято! Не слышит.
Так. Медведь! Совсем глухой, что ли? Нифига не слышит. А, ну еще далеко. Ладно, пойду-ка я гранату возьму на всякий случай. Эй, место занято, слышишь? Уже костер жгу. Ой, что же ему надо? Близко. Медведь! Место занято! Слышь! Эй! Медведь! Эй, место занято! Наконец-то услышал. Орал, орал, стучало. На тот берег поплыл. Я-то думал, он сюда побежит, на крутой откос. А он меня плывает. Ну ладно, испугался. Ну я тоже так немножко. То идет, идет. Вообще орал, как сумасшедший. А он хоть бы что. И дров мало, главное. Но ракету не стала пускать, чтобы его сильно-то не пугать. А ручонки-то трясутся у меня, трясутся. Ладно, слава богу, нормальный медведь. Ведь он меня так и не почуял, по-моему. А только увидел, я уж встал во весь рост, уже махал, в котелок стучало. Ладно, слава богу, нормальный. Не какой-нибудь, а то всякие экземпляры-то бывают. Не вредный. И на том спасибо. Да, палатка-то у меня стоит, так что с той стороны, если он пойдет, надо будет маркеры развесить. Чтобы он почуял. Вообще они тут ничего не боятся, конечно. Люди здесь редко ходят. Он спокойно по тому берегу идет. Тоже думает, что ему делать. Неохота ему не убегать. Ладно, иду по дому. Здорово. Так, шукать. Ну, спасибо тебе, дорогой. Похоже, договорились. Все то время, что я его плывал, он сидел на том же самом месте. Той же самой. Ой, почти. А, вообще завалился. Спать. Thank you.
очень много снулой рыбы валяется. Еще один. Это уж меня не чует. Я ж по ветру плыву. Да, здесь для них рай. И кусты, где спрятаться, тепло. И рыбы полно. Опять мишки. Мишки. Я сначала увидела, кто-то бежит маленький, типа росомахи. По отмели. Смотрю, мишки. О! Даже три выводок. Это да. А, ну, наверное, это тоже медвежонок был. Это уже опасно. Ну, дай бог, чтобы они сюда шли. Пока, похоже, они сюда путь держат. Ну ладно. Блин. Сейчас выстрел, а они хоть бы что. Пожалуй, я сейчас в сторону иду. Сейчас я иду, пожалуй, в сторону. Просто иду отсюда. Не буду их пугать. Ухожу. Это человеческий запах, это сильный. Это же страшно. Ну, где третий? Ох, ё-моё, в балке-то, блин. Медведь. Что же он там делал? Хорошо испугался. Ёлки-палки, что же он в балке-то делал? Жаль, продукты ел. Да, ну хорошо, что испугался. Я сначала подумал, неужели собака, люди? Фу. Эх. Ну ладно, хорошо, что удирает. Как бы он там только не поел что-нибудь, если там что-то есть. Я повернулся, на меня посмотрел. Дальше уже пешком пошел. Но далеко он уже. Почуял.
что до сих пор видно. Так они там и пасутся. Ну, далеко сейчас. Даже отплыла там на склоне на этом. Даже не знаю, видно, видно. Бинокль-то я их вижу. А вот они. Вон они гуляют, родимые. Они паслись, паслись, и почему-то вдруг побежали. Вот опять затормозились. Вот их уже четверо. Я не заметил, откуда четвертый появился. Ну вот и первый мишка, а то все иду, иду по следам, а их не вижу. Корешки выискивает. Ягодки кушает. Ну вот тут за моей палаткой старое болото какое-то, я к нему даже не ходила. Вот сейчас иду с добычей домой, можно сказать. А там он мишка в болот пришел. Но еще не учуял мой запах. Ну вот. Еще держи так, пока он учует. К дому не подойдешь. А интересно, может там какие-то остатки у балка, может там люди бывают. Я сюда не ходила. Вчера вечером поздно было. Ну да, здесь место хорошее, конечно. В смысле рыбалки. Вот. Подожду немножко, может костерок сейчас разведу тут. Ну вот, я подошла поближе, он меня пока не чует. Здесь дрова есть, сейчас разведу костер, похоже. Пока он не поймет, что место занято. Медведь, тут человек, место занято. Увидел, похоже. Занято место! Дружище, ищи другое! Не слышно, не видно. Ну вот, пока собирала дрова, все-таки учуял. Сейчас побежал сначала, потом пешочком пошел. Вдоль берега, слава богу, ходят только мишки. Ну, редкие путешественницы. Сколько их там? Не пойму, медведь спит или не медведь. Прямо у меня на пути, блин, и не обойдешь, главное.